и организатор цикла «Библиотека русской культуры» Ольги Комарь. Исполняется музыка Сергея Прокофьева к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», сочинение 115. Первое исполнение подлинного авторского текста, восстановленного Музеем музыкальной культуры имени Глинки. Исполнители. Государственная академическая симфоническая капелла России, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России Валерий Полянский. Я очень признательна Николаевичу, который приехал.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.